Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я с большим удовольствием хотел бы пригласить вас на очередной наш митинг, который называется Moscow Breast Meeting, посвященный реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы. С удовольствием хочу отметить, что это уже очередной наш митинг, и с удовольствием хочу отметить то, что на сегодняшний день в рамках этого митинга проходят и мастер-классы, и активный обмен мнениями среди хирургов, как отечественных, так и иностранных. Будут приглашены известные личности в эстетической и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы, ведущие эксперты мировые, будут приглашены отечественные эксперты, которые тоже попытаются поделиться опытом, рассказать вам о всех тех перспективах и о всех тех достижениях, которые имеются на сегодняшний день в реконструктивно-пластической хирургии, в эстетической хирургии. С удовольствием хотел бы отметить, что в рамках данного митинга будет и живая хирургия. Также мы постараемся рассказать о всех тех преимуществах и недостатках того или иного метода реконструктивно-пластической хирургии. Также будем стараться осветить все аспекты касательно не только эстетической хирургии, но и онкологии. И хотелось бы отметить, что чем отличается наш митинг от всех тех встреч и конгрессов и симпозиумов, которые проходят в Российской Федерации, это тем, что круг наших интересов более широкий. Все конгрессы, симпозиумы, в частности, посвящены больше всего эстетической хирургии. А мне приятно, как онкологу, говорить о том, что данный митинг будет еще и охватывать аспекты онкологии. То есть все, с одной стороны, это очень приятно, и с другой стороны, это очень доступно. Поэтому я вас всех хочу пригласить на этот митинг и надеюсь на хорошую, дружественную атмосферу, которая будет нам способствовать.